Где разместить торговые объекты? Как они будут выглядеть и кто обеспечит безопасность территории? Севастопольские чиновники обсудили с городскими предпринимателями концепцию развития парка Учкуевка. Его планируют преобразить до неузнаваемости за счет московских миллиардов. Работы обещают начать уже 10 мая. В проекте предусмотрены места для нестационарных торговых объектов. Здесь появятся ларьки с мороженым и водой, с сувенирами, экскурсионные точки и заведения общепита. Предыдущие концепции были странные, а это действительно такая серьезная концепция. Там есть что посмотреть, есть где расположиться предпринимателям. Мы сегодня рассмотрели не очень много действительно предпринимательских точек, то есть это не будет рынок, это будет действительно рекреационный парк. НТО разместят с учетом проекта зонирования Учкуевки. Около летнего кинотеатра хотят открыть кафе. Центральная зона предполагает крупное кафе или ресторан с видовой площадкой. А на входе в парк разместят торговые точки с информационной атрибутикой. Также будет работать велопрокат. Оживленную дискуссию предпринимателей вызвала зона для проведения пикников. Пришли к выводу, что она необходима. Чтобы была изюминка, у нас кемпинга в городе нет как такового, то есть не только по бизнесу, чтобы были варианты для выбора, чтобы вы могли и приобрести, посидеть, отдохнуть в ресторане, приобрести питание, то есть разного рода, и самим приготовить, допустим, тот же шашлык любимый. Для работы торговых точек и общепита необходимы коммуникации, свет и вода. Предприниматели просят чиновников не забыть и об этом. Также бизнесмены настаивают на дополнительной охране парка. Было бы неплохо, если бы город, администрация учитывала бы еще дополнительную охрану, помимо полиции, которая бы находилась бы в самом парке, которая бы следила бы за нашим имуществом, которое будет находиться в самом парке. Конечно же, нам, как предпринимателям, когда на подобных собраниях слушают и хотят наши рекомендации, это очень удобно и очень хорошо. По словам директора департамента городского хозяйства, территорию парка будет патрулировать полиция, на отдельных участках установят системы видеонаблюдения. Пришли к выводу, что в зоне, где будет велопрокат, можно сделать место, где будет находиться администратор. К нему сделать соответствующую инфраструктуру там, навигации. И в этом месте как минимум будет располагаться аптечка, там, место, чтобы там, позвонить, или место какого-то оказания первой помощи. Доработанную концепцию благоустройства парка Учкуевка с учетом замечаний и предложений предпринимателей и жителей города местные чиновники должны рассмотреть в ближайшее время.